Значит, вилы. Вытащил вилы. Основная эта штанга целая, вроде бы как визуальная. Вот на одной вилле одно колено гнутое немножко. Видно. Разъехалось в разные стороны. И здесь на одном пальце не хватает шайбы. Но это дело поправимое. Эти дополнительные стопорные пальцы я тоже нашел. И говорят, что вроде бы как одна вилла немножко погнутая. Но это все надо собрать, посмотреть, потому что трактор без этой виллы, без этих вилл, вроде бы как и не трактор. Все, пока. Так, ребята, одно очень важное замечание. Значит, смотрите, там ключ зажигания. Это сейчас речь пойдет о кнопке массы. Это GCB 3 CX. Значит, масса у нас здесь возле пробки гидравлического масла. Дело все в том, что вот сейчас масса включена, ключ зажигания. Дело в том, что эта масса иногда заедает. И вот сейчас я ее поверну, как будто выключаю. А кнопки как горели, так и горят. Хотя массу вот вытащил. Значит, что мы делаем? Лампочки горят, ключ зажигания повернут. Это надо обязательно сделать на тот случай, если вы хотите просто проверить, у кого заедает. Например, давно массой никто не пользовался. Она все время у некоторых включена. Так вот, ключ зажигания, лампочки горят. Ключ массы вытащили. И надо стучать. Сейчас я буду стучать. Погасли. Горит только часы. Все. Ну, в таком случае можете оставлять трактор на выходные или на праздники, или вообще надолго. Дело все в том, что тут вот трактор ребята оставили, сейчас завести не можем. Вот, пожалуйста, стоит пушка солярная. Греем. Ну, аккумулятор посажен напрочь, капитально. Сейчас привезут зарядку. Зарядим. Но самое интересное, что вот эта вот масса. Включай, не выключай. Мы же как делаем сначала? Сначала глушим трактор, вытаскиваем ключи зажигания, потом выдергиваем эту самую массу. Но я пришел, оказывается, ее до меня никто вообще не прикасался к ней. Поэтому я тоже так выключил и пошел. Оказывается, масса была все время включена. Хотя ключ массы все время был вытащен. Вот такие вот дела. Ну вот. Агрегат. Стоял, стоял. Юрка. Юрка, тебе привет. Юрка, тебе привет от нас с твоим бывшим трактором. Тринадцатый. Все, до свидания.